четвертый трек. Работаем много, мы мутим нули. Сутки малы, мы летим на лим. Думали сдамся, но я лишь топил. Качаю со скилл, делаю стиль. Работаем много, мы мутим нули. Сутки малы, мы летим на лим. Думали сдамся, но я лишь топил. Качаю со скилл, делаю стиль. Работаем. Гуч, Прада, Луи, на мне только Фенди худи. Дзинди, мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улей. Катим, катим, крутим, крутим, любовь, тачки, но со вкусом. Кандалаки, самые умные в Кадиллаке, слишком душно. Холод на сердце и на запястье, пару нудели, все, что набрали. Гардеробный зум, много сум. Если ты был моей хате, ты листал лукбук. Фенди, 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 Фенди. Что за прикол? Это вообще похоже на раннего тебя, нет? Ты точно в сейф положил свои треки все? Не тиснули у тебя стилек, нет? Вообще, я слышал вот этот отрывок, там, где он перечисляет все шмотки, да. Это TikTok тема, я просто не слышал все остальное, то есть это понятно. И я удивился, такой думаю, что это за мешап. Ну, в целом, понятно. Ну, разве это на тебя раннего не похоже? Мне сложно так говорить. Пусть зрители напишут, похоже на меня или нет, напишите там, кто что. Ну, как тебе композиция-то эта? Ну, прикольно тоже, вот она, в принципе, что-то из разряда предыдущих, она качает, йоу, рэп. Блин, нафиг. Я не знаю. Ну вот как-то такое. А что это было вот сейчас? Это что значит? Это? Йоу, я... Йоу, блин, нафиг. Типа, это... Блин, нафиг, вообще, блин, рэп. А, типа, блин, понравилось не, ну, или он, нет? Ну, я... прикольно, я не могу сказать. То есть я слышал тысячу раз, наверное, я попадал на всякие видео, там, где все танцуют, вот на этот отрывок. Не начальный, не концовочка, а вот этот. А и... что ты так замежевался-то? Ну, я скажи, не знаю, ну, я не знаю, просто сложно мне сказать. Ну, ничего нового, но это классно. Mm. Ну, вот как-то так, сложно оценить. Понятно, такое. Прям политик стал. Что-то не знаю. Михаил Захарович, клево. Как вам? Обалденный продакшн, очень американский. Особенно вот эти бэки, вот они какие-то с этим... Там ворона каркала, да? Это было, но это уже такая... Потом, здесь в отличие от предыдущей песни, например, нет никаких дисторшнс. Дисторшнс? Да, но все, никаких искажений. Они не пользуются этим. Сейчас многие пользуются искажениями как приемом. Дисторшнс. А здесь этого нету. Здесь он использует как бы электронику, она даже ближе похожа иногда, напоминает какие-то живые инструменты. И это рождает такую ауру приятную. Поют и играют как живые, короче. Да. В содержании я не углублялся. Да, там есть какие-то моменты интересные. Но опять повторяю, мое ухо не готово все понять вот так сразу. Я знаю, что сейчас бытует такое мнение, что не обязательно, чтобы песня была смысл, содержание. Да. Как бы важно, чтобы рифма была, и она ложилась на бит. А бит ложился на нее, а она на него, а он на нее. Ну, да, но здесь даже рифмы нет. Там просто Фенди, Фенди, да, Фенди, ну, Гуччи, Мучи, Шмучи. Поэтому я не вдумывался, но качает по-настоящему. Как говорят, качает. И при этом она лирическая. Да? Она лирическая песня, она такая. То есть можно девчонку пригласить на свидание? Девчонку легко. Я представил это свидание. Кирилл, это точно можно. И малышка, прыгай ко мне в тачку. На мне Фенди, там, Мэнди, Луи, Гуч. Прыгай, одевай свои тапки, поотали в центр. Get in, hey, hey you. Yo, so get in. Да-да-да. Говорят по-английски. Хорошо, значит, так как вы не знаете, кто это, а вы не знаете, да, кто это? Ну, имя нет, песни, да. Да, сейчас скажу, кто это. Это Рахим. Mm-hmm. Рахим. Они все сейчас называются. Я вот не знаю, почему вы все называетесь латиницей? А Фенди башляет за это вообще, интересно? Я думаю, нет. Я думаю, Фенди их ищет по всему свету, чтобы их за это... Наоборот. Чтобы они никогда больше это не пели. Да? Итак, Рахим, Фенди, твоя оценка.
Ну, я не знаю. Я бы, наверное, поставил как предыдущий. 6, 7. Ты же в прошлый раз поставил 6, да? 6, значит. 6. Ну, вот они плюс-минус. Мне понравилось. Я, наверное, 8. Может, даже 8. Лайтовое настроение. 8. 7, да. Извиняюсь, 7. 7, более правильно. Лайтовое, наверное, настроение такое. Да, да, мягко, можно лирично, полегче, да, ее вставить. А как будет вот переобуваться по-английски? Я шнурки поменял только. Да. Я шнурочек так чисто подвязал. Change your laces. Yes. Yeah. Change his laces. Change my laces. Change your laces. Touch my ladies. Вот и новый трек. Так, хорошо. 6. 7, прости. 7. 8, 15.